Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Ипполит Поль де ла Рош. Портрет Генриетты Зонтак, 1831 год. Портрет Генриетты Зонтак, картина французского художника Ипполита де ла Роша из собрания Государственного Эрмитажа. Генриетта Зонтак, немецкая оперная певица, выступала в 1824-1830 годах, вышла замуж за графа Росси и оставила сцену, однако с 1848 возобновила выступление. Певица изображена по пояс в темно-коричневом платье с большим украшением в виде креста на груди и с черными бусами. Считается, что это костюм Донна Анны из оперы Моцарта «Дон Жуан», одна из лучших ролей Зонтак, принесшая ей мировую славу. Справа вверху находится трудноразличимая подпись художника и дата. Как следует из подписи художника, картина написана в 1831 году. До 1917 находилась в Санкт-Петербурге в неустановленной частной коллекции. После Октябрьской революции была национализирована, поступила в Государственный музейный фонд. В конце 1920-х годов картина предполагалась к продаже за границу, была передана в контору «Антиквариат». Однако продажа не состоялась, и с 1933 года она находится в Эрмитаже. Выставляется в здании главного штаба в зале 307. Главный научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа доктор искусствоведения Костеневич в своем очерке французского искусства 19-го начала 20 века писал: «Де ла Рош не приукрашивает черты модели, ему незачем прибегать к грубой лести в духе Пьера Гроссу. Он так умеет подчеркнуть болезненную интересность лица, что взгляд больших грустных глаз приобретает неотразимую привлекательность для каждого любителя психологизированной живописи». Фактически эрмитажной картиной является уменьшенной авторской копией поколенного портрета Генриетты Зонтак, исполненный де ла Рошем в 1830-х годах и имевшего размеры 146 на 114. В 1831-м этот портрет выставлялся в Парижском салоне, а в 1850-м художник подарил ее Самуэлю Зонтак. Сам портрет в 1890 году поступил в собрание галереи новых мастеров в Дрездене. Во время Второй мировой войны эта картина не была эвакуирована и в феврале 1945-го погибла при бомбардировке Дрездена союзниками. В отличие от дрезденской картины, на эрмитажном полотне де ла Рош к облику Зонтак добавил черные бусы. Ну вот так вкратце его работе «Ипполит Поль де ла Рош. Портрет Генриетты Зонтак». Эта работа находится в здании главного штаба. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.